Мне написали сообщение, что AMD проверила на старом драйвере. И, мол, проблем у них не обнаружилось. Так вот, я пишу демонстрацию специально на самом старом драйвере, который поддерживает моя видеокарта. Это драйвер версии Catalyst 15.7.1. Вот от 3.08.2015 года этот драйвер. Вот. Все работает. Вот моя видеокарта, собственно говоря. Все то же самое. Лаги одинаковые. Я писал везде, что на драйверах от 15.7 до 18.7 глюки одинаковые. Вот. Более того, AMD написали, что они проверяли на Омега драйвере 14.12. Так вот этот драйвер на вот эту мою видеокарту вообще не становится. То есть, ну, в общем, продолжают ребята дурочку какую-то гнать. Значит, дальше тесты. Опять показываю на старом драйвере. Все то же самое. Запускаем FBAR. Спектр. Видим, лагает. Так. Дальше. А, можно вот запустить этот чайник, который показывает FPS. Давайте с ним будет получше. Окошко свернем. Давайте с этим чайничком. Вот чайник. Так. Вот здесь уголок. И вот программу Михалыча. Вот теперь смотрим, как программа Михалыча действует на чайник с драйвером Catalyst 15.7. Закрываем программу Михалыча. Оп, FPS подскочил. Так. Дальше, если взять запустить две программы Михалыча, вот обратите внимание. И смотрите, я буду пытаться сейчас окном елозить по экрану. Вот. Это нужно ощущать, но вот мышка и вот это вот окно, оно очень тормозит. То есть оно вот за курсором мышки окно не успевает, оно залипает. Кстати, вот в интересном каком-то режиме заработало окно. Смотрите, высокий FPS и практически нет лагов. И сбросилось. Ха. А еще раз. Теперь так уже не получится. Прикольно. Что же это было? Может, проблема какая-то с частотами? Она залипла на той максимальной частоте и нормально работала. Я повторить не могу такое же. Но я это видел. Нет такого. Так, ладно, это видео я отдельно сохраню. Может быть, это
драйвер еще залипает, установленная частота на какой-то низкой. В тот момент она переключилась на высокую. Но я видел, что видеокарта могла работать быстро.